В Якутии возросло количество жалоб о нарушении прав человека. Об этом сегодня сообщили на республиканском семинаре совещания «Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина в республике». На нем подвели итоги 10 месяцев работы. Омбудсмен Якутии Алексей Ефимов отметил, что рост обращений связан с возрастающей гражданской активностью населения и доверием к институту уполномоченного. Наиболее остро стоят вопросы по соблюдению жилищных прав людей. Также не уменьшается количество обращений граждан по вопросам обеспечения прав на свободу, достоинство и личную неприкосновенность. Примерно четверть всех обращений – это обращения по поводу нарушения жилищных прав граждан. Это 22%. Далее идут это обращения граждан о нарушениях, на их взгляд, их прав правоохранительными органами и должностными лицами исправительных учреждений, 15%. Да? Количество же жалоб на нарушение трудовых прав граждан составляет 11%. То есть каждое девятое обращение вот связано именно с нарушением трудовых прав.